Смотрите, какой судак на червяка клюнул. А это уже не карась, это уже линь. Поймали и карпа. Я думаю, что челлендж можно считать закрытым. Привет, рыболовы! Вы на канале видеожурнал «Рыбалка». И сегодня мы будем ловить вот таких вот карасей. Не верите? Смотрите. А? Рыбаки и рыбачки, выехал я на вечернюю рыбалку посидеть на поплавочек. У меня за спиной находится такое полуозеро, полуболотце. Не знаю, как его лучше назвать. Оно небольших размеров. Я здесь еще не рыбачил, но, как показывает практика, в принципе, в Словакии рыба есть везде. Надеюсь, что и здесь тоже она присутствует. Ну, что-то поверху так плескается. Скорее всего, мелочевка какая-то. Но я, конечно же, приехал за карпом. Для данного мероприятия я взял две поплавочных удочки, так сказать, чтобы увеличить шансы на поклевки. Одну удочку хочу поставить на кукурузу, а вторую поставлю на горох. Так, ну для начала сейчас зайдем в воду, поставим рогачи. Друзья, вот таким вот образом я подцепил одну кукурузку со вкусом чеснока, а другую со вкусом малины. Очень классная кукуруза, в мае месяце еще покупал и до сих пор хорошая. Так, первая есть, переходим ко второй. Вот так вот две горошины поместилось на крючок. Отправляем в воду. Итак, удочки заброшены, переходим к прикормке. У меня здесь осталось с прошлого раза немного пелица. Сейчас мы сюда добавим того же горошка консервированного. Немного оставим, чтобы на крючок что было цеплять. И добавим банку кукурузы. Время вечернее, у нас буквально 3-4 часика есть на рыбалке. Сильно много прикормки мешать не будем. Ну и чтобы ему пахло хорошо, добавим сладенького ананаса, немного аромы. Так, ну что, прикормка настоялась. Сейчас будем кормить. Вот туда. И на вторую тоже. Давайте, чтобы все карпы сейчас к нам сплылись. Удочки заброшены, места закормлены. Осталось ждать поклевку. Сейчас уже начало 5 вечера. Нам осталось рыбачить буквально 2-3 часа, пока стемнеет. Главное уйти от нуля. Кстати, друзья, у кого есть желание и возможность, может поддержать канал и стать его спонсором. Каждому, кто это сделает, я буду очень сильно благодарен. Кнопка спонсорства прямо под видео. Во, друзья, есть. Смотрите. Карась. Смотрите, какого карася поймали. На кукурузу. Круглый такой, как сковородка. А ну-ка. А ну, друзья, у меня вот в машине остались червяки с позапрошлой рыбалки. Сейчас попробуем подцепить червячка. По евро 50, кстати. Банка червяков евро 50 стоит в Словакии. Я в Словакии уже второй год рыбачу и еще ни разу не попадал на клев карася. Одни карпы клюют. Карасики как-то не попадались. На червячка, я думаю, вообще огонь будет. Ну? Такой вот пучок. Я думаю, огонь. А ну-ка.
Давай туда. О! Ух! Тут прям упирается. Собрал мне вторую удочку. О, этот прям красивый. Хох! Смотрите какой! Вот это да, вот это карась! В руку не могу взять. Это карась. Ну, друзья, вот это зачет. Смотрите, какой карась. Вот это я понимаю, караси. С такими карасями и карпы не нужны. Так, брат, тоже прыгаешь в садок. Наш. Есть. Это не карась уже. Что это? Густера. Гляньте, какая. Красиво положила. Ладно, ты нам не интересна, иди гуляй. Нам нужен карп или карась. Ушел поплавок. Ого, ого, ого. Это уже на карася не похоже. А что это, друзья? Вы не поверите, что я поймал. Смотрите. Братан, как ты тут оказался? На червяка. Судак. Офигеть, и смотрите, какой судак на червяка клюнул. Так все по-честному, в рот. В рот на червяка. Друзья, смотрите, какой судачело на червяка клюнул. Вот это да. Ну, за судака, я думаю, нужно этому видео поставить лайк. Ладно, братан. Не будем забирать тебя из твоей родной стихии. Плыви, пока. Озерцо небольшое. Их тут, наверное, не сильно много. Так, запустили. Абы був, як то кажуть. Пусть плавает дальше. И опять есть. О! Так да ж ты не собирай удочку. А это уже не карась, это уже линь. Ёлки-палки, линь. Это хороший линь. У нас сегодня прям рыбные ассорти, и карась клюет, и линь, и густеру поймали. Есть. Есть, друзья. Ух, как упирается, посмотрите.
А кто это? Это карась. Посмотрите, какой карась. Фух. Красавчик. Вот это караси. Это кто-то уже повеселее пришел. О, дождались. Мне кажется, это карпушка. О, хорошо упирается. А ну, братан, тебя мы будем сейчас упакуем в подсаку. Да, карпушка. Есть, друзья. Поймали и карпа. Я думаю, что челлендж можно считать закрытым. Ну что, вот такая вот необычная рыбалка у нас сегодня получилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем хорошей рыбалки. Пока. Thank you.